И в итоге, в общем, получилось так, что о помыслах к свержению, значит, императора, да, и смене лидера узнала Анна Леопольдовна. Что она сделала? Она пригласила Елизавету Петровну к себе и спросила ее прямо: «Правда ли ты против меня замышляешь всякие заговоры?» Елизавета Петровна расплакалась, сказала, что ничего такого не замышляет, все это происки негодяев, врагов государства. И, соответственно, обе девушки расплакались, обнялись и разошлись. Хотя на самом деле с Елизаветой Петровной уже вели переговоры и шведы, и французы.